Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю приготовить курицу карри в сливочном соусе. Обычно это блюдо готовится из куриного филе или индейки. Я буду готовить из филе индейки. Мясо нарезаем крупными кусочками. Нарезаем лук и пару зубчиков чеснока. Лук вместе с чесноком обжариваем до прозрачности в небольшом количестве растительного масла. Добавляем подготовленное филе и обжариваем, пока мясо не побелеет и слегка подрумянится. Затем добавляем помидоры в собственном соку или томатную пасту, разбавленную водой. Перемешиваем. Добавляем специи, карри. Черный молотый перец и соль. Затем сливки любой жирности. Перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим минут 10. По желанию для загущения соуса можно добавить немного крахмала. Перемешать, потушить еще пару минут и блюдо готово. На гарнир отлично подойдет отварной рис. К рису можно добавить консервированную кукурузу. А я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам удачи в приготовлении и весеннего настроения. Всем пока, до новых видео!